Ну да, и о фоне. Сейчас о фоне поговорит. Все. Башка, Аля, может, пожалуйста, половину не поймет. Давай, говори. Даки вы. Привет, Афоня. Даки. А вы где? Привет. А вы... Все, папочка поехал, мы с тобой закрываем ворота, да? Да, чтоб никто к нам не забегал. Тебе помочь? Так, вот это мы уже навязали. Так, красная редиска. Риша сейчас пойдет сажать редиску. Так, понятно, будет она большая, да? Красный великан. Красный великан. Все, дедушка пойдет сажать с Гришей, да? Фонь, ты пойдешь или нет? Перерывчики будут. Гриша с удочкой пошел сажать. Ты пойдешь сажать, Афонь? Или нет? Давай. Пышка, я вчера карася поймал. Да ты чего? Папа это смотрел, да? Ну что, вы посадили-то редиску? Да, там рядок. Ты им воды-то хоть набери. Везде окушки, гляк. Так ты им хоть воды набери. Да ладно, пусть там. Ловитки! Окушки, мам, с жабы, вот это неприятно туда спускаться. Да. Когда прилив будет. Она будет. Мама, иди сюда, я покажу, где она. Иди сюда. Смотри, я сейчас закину. А смотри, опять не порви удочку. Я тогда там за корягу. Сейчас, Афонь. Смотри, его привлекать надо. И смотрите, тут он так клюет, как будто не клюет. Конечно. Такими маленькими, маленькими. И тоже клюет. О, уже ябли ели. Надо опять идти нанизывать, да? Да, я на вот этого одного червя пойду. А тебе нравится со мной на рыбалке? А? Афонь, тебе вот нравится на рыбалке? Надо ловить. Вот на Афонь, тебе нравится на рыбалке? Да. А что ты любишь? А рыбку. Рыбку любишь? Да. Играть с ней. Гахарин. Я ловлю, а он там сидит и рассматривает. Развлекает? Тут также не видно, что там рыбка, да? Да. Она дала рыбки куки. Кушать? Да. Голодного? Голодного, конечно. О, ну, давай показывай. Мощный-то. Бля, какой. Угу. Ничего себе. Тунул. Он прям так повел, как красноперка у меня тогда водила. Она больна. Она точно так больновато кусается. Гля какой. Тут глубина гля какая. Угу. И на вот такой глубине они все клюют. Какие большие. О, это рекордный окунек. Рекордный, думаю. А за этот год мы два этих поймали этих. Я ж вчера еще этого поймал. Карасика, да? Да, карасика. Два карасика. Помнишь, папа и Кренова? Угу. И надо вам там огонь. Да, Фольки. А ну, Алина-то нормально. Угу. А ты вылез. Да я вижу, вижу. Ты видишь? Нет, а тихо, там набрали мы им воды, да? Да, а куки дали. Да, а кушать ты им что, подушечку туда кинул? Да, а голодные. А голодные. Голодные. Ты домой что, пойдем домой? Нет. Иди кушать. Ой, Григорий, а покажи хоть на что ж ты ловишь-то, сынок? На червя, на песок. Нет, на какую удочку? На зимнюю. Здесь такие караси лежат. Класс. Ну неси вчерашний судочек
Нет, давай что ее сначала обмыть там. Да. Большого окуня. Смотри, червя вот так вот оставалось. Угу. А окунь огромный клюнул. Так, ты вот это убери. Давай я баночку сейчас уберу. Ой. Ничего, ничего. Банку после маринованной рыбы надо помыть. О, некоторые. О, гля, вот этот клюнул, да, малюсенького. Угу. Вот он, карасик. Угу. Хоть и маленький, но нормально. Так, я ее сейчас обмою. Сколько намного ее. Ты будешь тут стоять? Давай. Глянь, залазь, глянь. Ой, как блещет. Сейчас я мисочку принесу. Все, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 штучек. Давай, склад. Не надо соль. Наоборот, надо сюда всю в соль складывать. Сейчас Гриша положит, и мы ее засыпем солью. Тут еще один этот. Это же вчерашняя, да. Карасик. Нет, ты ее сюда ложи, сына, а мы засыпем ложи. Солью ее. Сейчас еще я насыплю. Ох, какие, да? Угу. Ох, у них. Здоровые, конечно, они. Я ой. Их ловлю, да? Угу. Ой. Блин, спасибо, я теперь соленым буду. Хочет убежать, Грис. Хотят убежать. 11, да, Грис, штук? 12, дедушка. Так, я съездила, забрала Фаберлик, Гришку заодно отвезла. Потом Афоня проснется, чтобы сейчас не шуметь, покажу, что заказала. Купила полисорб Афанасию, потому что у него что-то с расстройством желудка. И температура поднялась, поэтому будем пить полисорб. Ну и от температуры, естественно, нурофен. Вот, и там куча всего позаказывала. Еще Афонька проснулся. Колечко? Ты это же для девочек колечки. И для мальчиков есть? Да. Понятно. Так, в общем, сейчас будем смотреть заказ Фаберлик. Так, первое, что это 3 детских джемпера. Вот таких вот. Обычные, тоненькие, синие. Вот здесь вот застежки. 3 одинаковые, только разный рост. Получается, это Афанасию, да, 98-й. Мне кажется, он большеват. Мы померяем, в общем. И вот 2 тоже Гриши и Антохи. Еще здесь пакетик. Вот такой вот. Сейчас можно там выбирать упаковку разную. И здесь 3 продукта одной серии. Вот этой вот инкогнито. Здесь туалетная вода для мужчин. Гель для гель для душа, туалетная вода и дезодорант спрей. Так, еще один заказ. Это 2 вот таких вот средства для ванной комнаты, которые супер-пупер. 3 вот такие вот саше вешать в шкаф. Ароматизаторы для белья, хоть ложить, хоть вешать. У нас был цитрусовый, я его даже в машину положила, очень приятно пахнет. И какой-то цветочный вальс. Попробуем. Так, мыло. Очень тоже с приятным запахом. Для кухни орхидея, мне очень нравится этот аромат. И вот еще что. Так, шампунь. 2 в одном. И гель для купания. Детский. Это у нас что такое? Масло для волос. С маслом амлы. Да, эликсир для волос. Вот как называется правильно. Это средство для снятия. С глаз двухфазное. Это что-то очищение. Химический пилинг. Проликсир с гиалуронкой, дневной крем. Вот такой вот крем для лица. И еще вот такое вот мыло. Это я в ванную ставить взяла, лимонная монпансье. И еще здесь девчачьи штуки. Так, себе еще взяла зубную щетку.
Это Маргоси взяла лак. Это что у нас? Бальзам для губ. Такая матрешка какая-то. Еще помада. Вот такая вот. И еще тушь. Это не мне, поэтому не знаю какая. В общем, все, два заказа вот, вот так вот. Так, я сейчас буду готовить гороховый суп, как всегда, в мультиварке. Горох у меня уже замачивался с 12 часов, сейчас у нас 3 часа. Я делаю зажарку. Здесь у меня лук и немножко грудинки. И сейчас это обжарится, будет еще морковка. Так, вот такая вот краста у нас получилась. Здесь зажарка. Уже горох, который был замочен на 3 часа. И картошка внизу. Так что сейчас осталось все это посолить, поперчить. И залить водой и включать в мультиварку. То есть залить водой до верха. Вот так вот я заливаю. И мультиварку на час, на режим суп. Ты на тракторе? А куда ты поехал на тракторе? На работу. Алика, домой. Все, ты уже домой вернулся? Да. Ты поработал? Чуть-чуть вперед, видишь? А, это дом. Тут дом? Да. Корягу и порвалась. И не зря мы с отчем взяли поплавок. Так, Куня, а ты ходил на рыбалку? Да. А также это, также у папы, помню, мы же ездили, помнишь, когда соревновали. Угу. Это на бычке. Так там, значит, ты вот так же бычок утащил в свою лодку. Угу. Мы же на каменку. И значит, там это... Там под ним папа тягал и порвал. И также поплавок всплыл. Где же такое? Это самолеты. Знаешь, да? Это? Да. Так, дети, поаккуратнее. Папа. Что здесь за обезьянки? Мама, а если они не светят? Глянь. А, светло. А что ты ешь? Ты их постучи. Я сливу ем. А где ты взяла? Там под навесом лежит. Гриша! Пап! О! Гриша, не надо стучать. Ага. Они так зажигают. Антошек, очень аккуратно. Лучше просто повисеть, спинку растянуть, хорошо? Да. Это очень полезно, повисеть и растянуть спинку. Ну просто все за руки взяться и повисеть. Просто повисеть на турнике хорошо, спинка тогда разравнивается. Двумя руками, Гриш, и можно без фонарика даже. Светить, да? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Уголок, да? Угу. И здесь будет обозначение, что это вообще спорт уголок. Понимаешь? Смотрите, как я умею. Ю, смотрите. Я могу. О, да, мам? Опа. Мне кажется, неплохо, да? Смотрите, угу. Я могу... Короче, эти фонарики теперь с этого дня тут стоят. Угу. Смотри, это значит, смотри, я могу туда прыгнуть. Да? А как-то вот так вот растянул. Угу. Смотри, мам. Смотри. Это для Афони маленький турничок, да? Нет, для Афони вот тут. Мам, нет. Мам, смотри. Это мне маленький. Тебе маленький? Да, да. Это нам. Смотрите, как я с ним умею обращаться. Али, как там? Идем. Уйди. До свидания. Ты уже. Вау! Вы видели? Он на животе был. Мама, ты видишь? Покажи людям.
Что? Лето в Ютубе незаконно. Олег, Олег! А что незаконно? А что ты незаконного делаешь? Олег, Олег! Ну, что я опасные трюки делаю, как бы. Ну, какие ты опасные делаешь? Где я сейчас нахожусь? Не знаю. Я могу ковылок даже сделать. Та-да-да-дам! Представляете, я сложила вещи. Для меня это вообще, когда у меня появилось настроение и желание, и, в общем, YouTube мне, как всегда, помог в этом, в том, чтобы сложить вещи. Вот, все разложила, даже, в общем, все очень круто. Сейчас, если еще помою посуду, то буду просто молодец. Сейчас пойду начинать. А мне тут мальчики будут помогать мыть посуду. Что вы тут делаете? Папа же купил батарейки в машину в эту. Да? Ну да, это ж тебе на день рождения, бабушка, сделала. На 5 лет? Угу. Смотрите, мы стрижем пальцы. Стрижете пальцы? Да. А, тебе щекотно. Нет, мама, попробуй. Нет, я боюсь. Мам. Ну давай, начинай. Да нет, в зале. Ваня. Щекотно. А вот сюда. Да я даже думала, я там боюсь точно. Ой, ставили батарейки, теперь наслаждаемся этим звуком, да? Да. Ну-ка, давай показывай, какой у нас тут звук гудит. Лака гудит. Как он гудит, покажи. Лака ту. Вот, как круто, да? Да что ты делаешь, сына? Пилишь? Да. А что ты пилишь? Ну, сломали. Дрова пилишь? А ты принеси кубики и пили. Так, Гриша, когда был маленький, он брал вот так машинку на пулете управления, брал кубик и вот так как будто пилил дрова на циркулярке. А тут? Нет, он просто брал кубик большой. У тебя есть кубики? Да. Это как дрова будут. А коробку? Давай, принеси. Так они тут. Я жду тебя тут, да. Ага, ага, давай, беги. Да беги уже за кубиком, ты, жук. А так? Все тебя ждут, да, давай. Ну давай, включай. Так, Гриша пилил раньше дрова. А ну еще так покажи. Ну так. Еще дрова. Помолола. Еще? Да. Давай.